Телеканал КРТ представляє. Дело в том, что избитая фраза «каждый народ заслуживает то управление, которое как бы он получает». Но дело в том, что... Это неправдиво? Я думаю, что нет. Знаете, как говорят французы, каждое сравнение хромает. Поэтому я думаю, что она неправдива. Если мы посмотрим природу избирателей, она примерно одна и та же, что в Украине, что в Америке. Там не какой-то особый социум в Америке живет с какими-то особыми интеллектуальными способностями, которые умеют выбирать. Там рядовой избиратель еще как бы, я думаю, что наши люди... с точки зрения образования, как бы развития, они не хуже, а может и лучше, чем как бы рядовой американский избиратель. Здесь вопрос в системе тех фильтров, которые существуют в стране, то есть в настройках, да, то есть условно говоря, наш вот этот музыкальный, ну, политический инструмент, который у нас есть, он не настроен. И поэтому какой бы там пианист за него не садился, там, даже самый лучший... 30 роки настраивают. Да, но не хотят, вообще не настраивают, тут именно что не настраивают, хотят играть на фальшивом инструменте. Потому что на фальшивом инструменте можно скрывать то, что ты не умеешь играть. Поэтому, к сожалению, вот эта вот та политическая мерта, которая существует, почему она такая непобедима? Потому что она пронизывает все уровни, вот если взять временной вектор движения власти, она пронизывает все уровни прошлого, как я сказал, настоящее и будущее. Если взять сейчас власть Зеленского, там есть вкрапление власти Порошенко. И почему нельзя никого наказать за те или иные действия? Потому что как только из этой системы выпадет один элемент, весь этот пазл разрушится. Дякуємо.